На дороге, где атеизм и религия почти держатся за руки, стоит белокаменное строение, которое освещается луной. Балы, красавицы, лакеи, юнкера ранее заполняли большой зал. Сейчас строение поглощено мраком и пустотой. Первый фуст укажет направление поиска, а код находится не в том месте, которое описано, а там, где стоят железные сады. Вот оно, первое задание, которое было предложено разгадать читателям газеты «Нижнекамское время». Одними из тех, кто заинтересовался конкурсом, были работники библиотеки. Первый вариант у нас был – это дискоцентр на школьном бульваре. Потом была версия, что это мог быть автовокзал, здание с белыми колоннами. И был вариант, что, возможно, это солнечная поляна с железными садами. Но позже смекалка привела их к дому Стахеевых на Красном Ключе. Именно в этом белокаменном здании проводились богатые приемы. А железные сады – это гаражи, которые находятся за ним. Там они и нашли заветный код. Дорогие нижнекамцы, читайте газету, участвуйте в этих играх. Это, в принципе, даже самим полезно, например, для развития своего. Кстати, за проявленную смекалку и настойчивость победительницы получили призы от медиахолдинга НТР. Мы благодарим вас за участие в нашем проекте. Вы стали первооткрывателем, который нашли наш затерянный код. Хотим вам сказать спасибо, вручить небольшие такие призы. Остальные призы ждут своих победителей. Но сначала нужно будет выполнить задание. Их разрабатывают журналисты газеты «Нижнекамское время». Они тщательно прорабатывают вопросы и пытаются сделать их более каверзными. Много различных точек в городе, о существовании которых люди знают на протяжении многих лет. Мы берем какой-то объект, обсуждаем его, и затем на основе его придумывается задание. Чем старше объект, тем интереснее придумывается задание само. Чтобы стать участником квеста, нужно приобрести газету «Нижнекамское время», прочитать задание, и если вы его выполните, то нужно позвонить по телефону 42 35 45, продиктовать код и сфотографироваться в разгаданном месте.